подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный! И мы продолжаем сегодня игру «Бассейн говорящего Тома». Очень многие подписчики просто просили меня поиграть, и специально для вас я это сегодня делаю. Тем более нам предстоит построить новый мир, хотя уровни становятся очень сложные, а у нас всего 5 жизней. Ну что, начнем? Для начала я бы хотела здесь немножечко прибраться. Так, для чего тут нам нужен только один ключ? Эх, тут два места для этого. Есть одно за два ключа и два за один. Играем, ребята, я переживаю до невозможности. А вдруг я не пройду? Так, уровень 14, и мы с вами начнем. У нас 10 ходов, не так уж и мало, я вам скажу. Только как? О, нет. Кажется, у нас уже 8 ходов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, будем целиться, как возможно. Давай, давай, песик. О, 5 ходов. Нет, только не это, только не это. Что-то я сегодня совсем метко не стреляю. Ну, докатись уже, ну. 3 хода. И как за 3 хода это все сделать? Какой кошмар. Так, ладно, у меня всего 2 хода. Не хотелось бы сразу терять жизнь. Это просто ужас. Так, что же делать, что же делать? Надо сообразить. Ладно, вот это... Анжелка и... Ха-ха! Анжелка меня спасла! Ровно, я вместилась. Ну что, я что-нибудь открыла? Так, один ключик я заработала и могу хотя бы прибраться. Каким путем? Я большой бассейн начну вычищать. Вычищаем, 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 строим, чистим, моем, убираем все лишнее. У нас все еще в ужаснейшем состоянии. Ой, ребята, смотрите, выбери нового посетителя. Гарри, Фреда и первобытный Пит. Но, к сожалению, нас только 10 монет. Ах, нужно выбрать кого-нибудь бесплатного. Ладно, пускай это будет Фреда. Выбираю тебя. Окей. Вау, какая симпатичная дамочка. Супер, вы только посмотрите, сколько у нас красавчиков ходит. Это все они будут купаться в нашем новом бассейне. Хочу на это посмотреть. Но для начала мы с вами должны ключики подсобирать. 15 уровень, надеюсь, он будет легче. О, ничего себе, у меня 4 штуки. Так, подождите, это что, фейерверк или какая-то... Что это? Так, я нажимаю, да, я нажимаю. Ого, от одного избавилась, и таких у меня целых 3. Супер, мне очень нравится. Но у меня 7 ходов, и я думаю, что справлюсь легко. Это улучшение я заслужила. Хочу открыть все бассейны мира. Эй, а это что такое? Получай награды с удовольствием. Угадайте, что я хочу в награду в бассейне говорящего Тома? Конечно же, жизни. Сердечки. Очень хочется. Так, кручу-верчу, запутать хочу. Нужен сердце. Только что исполнилась моя мечта. Одно лишнее сердечко, и это здорово. Спасибо большое. Так, а что это за письма? Ага, я смогу получить свое сердечко, когда использую хотя бы одно. Да, это будет правильно. Ну что ж, убираемся, ребята. Никто не станет плавать в грязном бассейне. Давай почистим его. Давай! Чистим, чистим, чистим. Ох, тышка! Смотрите, смотрите. У нас, конечно, всего 10 монет, но зато есть Мэри и Кимбал. Кимбал есть, а вот Мэри у нас еще не было. Кто же красотка, между прочим? Забираем ее. Так, Мэри, привет, привет. Гуляй, гуляй. Скоро мы сделаем бассейн то, что нужно. Но нам теперь стоит заработать 2 ключа. Это именно играть 2 раза. Так, надеюсь, что сейчас у меня тоже будет что-нибудь хорошее. Да вы представляете, наверное, за эту игру мы только и сможем что 3 раза использовать замечательное средство. Так, думаю, что стоит убрать вот этого красненького. Или подождать 9 ходов.
Это мало для такого количества. Нет, я все-таки собачку нашу приберу. Нажимаю, и они улетают. Отлично! А сейчас мы справимся 100%. Так, а ну-ка двигайся оттуда, качелька. Ой, зачем же я использовала? Думала, проскочу, а он толстенький оказался, между прочим. Эй, да вы что, ребята, качели реально мешают. Но все равно ходов слишком много, а посетителей слишком мало. Мы заработали ключ. И снова игра. С удовольствием сыграем. Так, я очень переживаю, тем более... Ого, ребята, у нас всего лишь 10 ходов и 2 бассейна. Ужас просто. Ладно. Да, вот так мне нравится играть. Что ж, ой, глупый ход, глупый, как бы его не совершать. Ужас, 6 ходов, я не справлюсь однозначно. Так, нужно вот эту красавицу. И вот так. Мамочки, 3 хода, это нереально. Так, надо кого-то срочно убирать, чтобы в 3 хода справиться. И кого? Вопрос. Ладно, попробуем убрать Анжелку. Вот, улетает Анжелка. Это должно быть хорошо. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, я, кажется, проиграла. О, нет. Но, кажется, у меня есть еще один бесплатный ход. Я хочу этим воспользоваться. Так, ребят, у меня последний шанс. Реально последний шанс. Я не знаю, как это будет вообще. Может быть, немножечко вот так по наклонной. А, нет. Не получается. Что же делать, ребят? Приходится терять одну жизнь. Что ж, попробуем снова. Надеюсь, на этот раз получится. И я не совершу глупых потерь жизни. Так, 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 что же мне здесь предпринять? Ох, это тяжело, это совсем нелегко. Но я все-таки попробую. Так, вот, так-то лучше. Ну что ж, Анжелка, не подведи меня, пожалуйста. О, 7, мало, мало. 6 ходов, это уже получше будет. Я даже вполне вероятно, что справлюсь. Ну что ж, давайте. 1 и 2. Отлично. Так, и 3. О, 3 хода, ну за 3 хода я уж точно справлюсь. Ну-ка, ну-ка, Томик. О, замечательно. Но у меня, ребята, есть одна запасная жизнь. И я не помню. Хотя я переживаю до ужаса. Ключей становится нужно все больше и больше. Просто кошмар. Посмотрите на эти несчастные деревья. Нужно посадить новые. Да посадим с удовольствием. Ох ты, пальмы. И, между прочим, первый бассейн. И я могу опять выбрать себе посетителя. Я выбираю Кловер. Давай, малышка, ты супер! Кловер, добро пожаловать! Надеюсь, что тебе здесь понравится. Так, ну а нас-то что осталось? Ага, 3, 2, 1. О, ужас! Ладно, ребят, я буду стараться, честное слово. И опять 2, 3 бассейна. Надеюсь, что не... О, 24 хода, это уже кое-что. Тут главное вовремя попасть. И у нас есть одна помощь, и это очень классно. Так, вот крутилка мне это не очень нравится, честно говоря. Вот даже не знаю, как здесь сработать. Один ход уже потерян. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это самое, что я боялась больше всего, честное слово. Ладно, отодвинем немножечко всех по чуть-чуть. И... Теперь уже, кажется, легче будет выстреливать. Ну же, песики-барбосики. Оп, отлично. Так, а вот здесь, конечно, будет сложность большая. Ладно, попробую попасть в угол. Смотрите, все равно ход потеряла. Бассейнов слишком много. Мамочки, дорогие мои, что же мне тут делать? Смотрите, супер! Это был просто обалденный ход. Так,
Так, надеюсь, что следующий будет не менее фееричный. Ах, нет, не получилось. Ну ничего, сейчас попробуем еще. Ребят, это сложно, это реально сложно. Я недооценивала эту игру. 13 ходов и один ход холостую вообще полностью. Я не знаю, как приблизить вот этого красавчика. Хоть немножечко куда надо. Вот, по-моему, сейчас я уже должна справиться. Но 10 ходов. Сколько еще бассейнов? Ужас! Вот так. Ох, как они разбросаны. Мамочки мои дорогие. 8 ходов. Ой-ой-ой, я переживаю, честно говоря. Этот ключ достается мне тяжело. Так, вот, собачка, собачка. Нет, только не это. Ладно, мы как-нибудь попробуем. Мы как-нибудь постараемся. Давай, Анжела, давай, Анжела. Ес, ес, ес. 4 хода. 4 хода, это очень плохо. Что же делать, что же делать? Что же делать? Так, а если подтолкнуть Анжелой, вот сейчас потратить этот ход и подтолкнуть немножко вот этого... Не получается. Я вот вам честно скажу, это очень сложно. Смотрите, я подтолкнула, но у нас осталось 2 хода. Вообще ничего не осталось. 1 ход. Ой, кошмар. Так, надо вот пробовать Анжелу, наверное, убирать. Я уберу Анжелу, потому что это единственный вариант сейчас. И осталась я без всего. Но главное, что жизни я не потеряла. И это меня очень радует. Ключик мой, ключик. Как же тяжело он доставался мне. Я надеюсь запустить первый бассейн. Давай! Если мы починим эту башню, то построим там классные горки. Ну, конечно же, Анжелка, я готова. Давай, строим, устраивай. Класс! Супер! И у меня опять новенькие. Есть прелесть, есть клоун, к сожалению. Клоуна не могу взять, клоун Крис. У меня очень мало монет. Но я могу взять прелесть. Забираю тебя, еще одна красотка. Привет, прелесть. Да, действительно, она прелесть. Очень позитивная кошечка. А мы продолжаем. И у нас пока что еще 4 жизни. Поиграем, ребята, поиграем, поиграем. Ого. Так, а вот мне интересно, за сколько покупаются ракеты? 120 монет. И одну я могу получить бесплатно. Это уже круто. Так, кого же мне? Ладно, ребят, была не была. Что будет, то будет. Хочу. Ох, разбиваем все. И, кстати, я вам скажу, мы неплохо справились. Вот сейчас я должна попасть. Отлично. И здесь я хотела бы попасть как следует. И еще отрикошетить. А, нет, отрикошетить не получилось. Но ничего, получится в следующий раз. Так, иди сюда, собачонка. И Анжелка. Анжелка, давай разбивайся. У меня 3 хода осталось. Ты что? Я не справлюсь, если ты так будешь медленно работать. Хорошо, что у нас 1 бассейн. Ура, ура, ура. Уровень завершен. Ключик получен. Ого, да. Маловато будет. Ну что ж, зарабатываем снова. 1 ключ есть. Надо заработать еще 1. Бассейна много. Попробуй попади. Слушайте, это же нереально. А как попасть, если вертушка вертится? И вообще в какую... Ого! Стало 3. Вот это да. А я уже думала, как тут попадать. Так, еще 1 бассейн. Надеюсь, что последний. Это классно, что он 1. Смотрите, я опять испортила ход. Это плохо. Это очень плохо. Так, что же мне тут делать? Расчищать? Думаю, надо расчищать территорию, немножечко подталкивать наших героев бассейна друг к другу. Опа! Ай, замечательно-то как! Слушайте, а мы можем обойти вот эту вот не можем обойти вертушку. 5, осталось всего 5. Я надеюсь, что мы больше не размножимся. Опля, хорошо получилось. Ну, а теперь самые сложные. Они оказались самые легкие. Уровень завершен. И у нас уже 2 ключика.
Так, что мы сможем за 2 ключика? Еще один бассейн, и мы его с удовольствием наполним. Давай построим в этом бассейне фонтан. Давай построим. Посмотрите, я могу выбрать. Ого, 40 монет. Ну, мы можем выбрать вот такой, к примеру. Хочу. Давай, выстраивай дом. Красота. Только воды нет и нет. Ого, и здесь просто настоящая поломка. Ничего себе. И нам надо куча ключей. Играем дальше. Ох уж эти вертушки. А бассейн всего один. Раз. Ой, нет, 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 нет. Только не это, только не это. Не попасть. Дайте вертушки. Их нужно просто избегать. Да, я вижу. Супер-то супер. Но каким же образом делать так, чтобы не попадать в вертушку? 8 ходов. Это мало. Очень мало. Так, давай, 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 доезжай. 6 ходов. Ребята, это катастрофа. Просто катастрофа. Эй-эй. Кошмар какой. Так, все, они уже исчезли, это хорошо. А теперь давайте мне 4 хода. Вертушка! Нет, 3 хода и вертушка. Нет, ребят, так дело не пойдет. Я попаду, последний ход, я должна, я обязана попасть. Да! Супер, 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 супер. Уровень завершен, ключик получен. Погнали дальше. Давайте, давайте, давайте. 2, только 2 бассейна. Отлично, 9 ходов. 2 бассейна, 9 ходов. Ну, хотя бы вертушек нету. Это уже хорошо. Так, красиво ты сегодня принарядилась, кошечка Анжела. Сейчас постараемся тебя как-нибудь пробить. О, супер, отлично получилось. И у нас еще 7 ходов. И еще только первый бассейн. Вот это вот хуже некуда. 6 ходов. Не, ребят, я так не справлюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, 4 хода. Надеюсь, этот бассейн... Ой, легенький. Ну, как вам сказать, не очень, правда, легкий. Но, по крайней мере, есть надежда за 3 хода. Это, правда, маленькая надежда. Так, у нас осталось, между прочим, 2 хода. Если я глупость не сделаю, то я должна победить. Yes! Глупости не сделала. Удивительно. 2 ключика добыто, я на 23-м. Ну что ж, продолжаем, ребят. Как же сложно это все выстраивать. О, а вертушка это еще сложнее. Так, но надо подумать, кого через эту вертушку пропускать, а кого в принципе не стоит. О, смотрите, мы с этим легко справились. А вот этот красавчик пойдет через вертушку. Ох, тышка, как они все близко стали находиться. Трищ. Как хорошо, когда все близко. Так, ну, запускаем маленького Хэнка. Давай. Во, 3 хода я справлюсь. Это легко. Мне даже 2 хода не понадобилось. Погнали дальше. У нас 3 ключика, и я могу все. Я могу абсолютно все. И я хочу самое большое. Этот бассейн требует серьезного ремонта. Мы справимся. Конечно, справимся, Анжелочка. Давай, ремонтируй его. Класс. Мне нравится. И мы опять можем выбрать новенького. Талия. Как вам Талия? Супер. Талия, привет, привет. Так, ну что тут у нас? О, смотрите, ой, мамочки, 3, 2, 3, супер, сколько работы, невероятно, продолжаем игру. Ребята, это тяжело, реально тяжело что-нибудь хорошее выстроить, но мы все-таки попробуем. У нас сейчас один бассейн, правда, это... ой-ой-ой, вот это была ошибка, вот это была настоящая ошибка. Ой, мамочки, я уже рассчитывала, что начнет получаться, а у меня, кажется, не... Ой, мама, оно все непонятно, куда скачет. Я трачу все подряд. Ой, нет, 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 только не это. Как же так можно? 3 хода, это нереально. Я одну еле загнала, а что же я буду делать с остальными, когда мне их нужно хоть как-нибудь выловить? О, вот этого немножко вытолкало, но это тоже, это почти нереально. У меня 0 ходов.
Просто кошмар. Буду пробовать еще, теряю еще одну жизнь. Люди, помогите. Жизнь сгорела. Уровень 24 оказался очень сложным. Ну что ж, ребят, давайте еще раз попробуем. Так, мне дали вот 10 ходов. И я вот буду пробовать еще раз и надеюсь, что у меня получится. Так, с этими у меня-то точно получится. А вот что мне делать дальше? Так, ребят, кто-нибудь посоветуйте, как пройти этот уровень. Это плохая идея, правда? Это очень плохая идея. Кошмар, просто кошмар. О, вот сейчас получилось. Вы смотрите, получилось, реально получилось. О, глядите, у меня есть 5 ходов, чтобы добраться с Джинджером хоть куда-нибудь. Вот как отсюда выбраться, ребят? Вот честно, вот скажите, пожалуйста. О, смотрите, 3 хода осталось. Вот как вообще, что тут делать надо? Вот, они близко друг к другу. Супер. Мне, наверное, повезло. Или это легче стало? Ну что ж, уровень пройден, и это меня радует. С каждым разом все сложнее и сложнее. У меня один ключ. Хочу заработать хотя бы еще один. Давайте 25 уровень. Пусть он будет легеньким. Ох ты, смотрите, у меня открылись какие-то лошадки. Что это? Давайте посмотрим. Так, ага, они резко становятся все одинаковые. Здорово, мне нравятся такие лошадки. Это хорошая способность. Ну что ж, я прошла и быстро заработала ключ. И у меня есть лошадки. Давай, давай, давай. Открываем, наполняем, смотрим, что будет. Хочу, хочу. Так, что еще нужно для бассейна? Ну да, вода. Может быть, мы откроем с вами сейчас первый бассейн. Давайте, момент истины. Сейчас должны пойти посетители. И мы сможем зарабатывать денежки. Танец Джинджера. Супер. Ну почему? Почему в бассейн никто не идет? Фрэнки, хорошо. А Фрэнки будет купаться? Или так и будет мой бассейн совсем пустой, без никого? Давай, Фрэнки. Привет, привет, добро пожаловать. Ой, чего-то никто не хочет нырять в мой бассейн. Что за дела? Ага, вот почему. Дело в том, что чтобы его достроить, нужна супер горка. А для этого нужно зарабатывать еще 3 ключа. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня, по-моему, мы неплохо постарались. В этой игре мы наполнили целых 2 бассейна. Конечно, нам еще предстоит много работы, такой как горки и еще 3-й бассейн совсем разрушенный. Но надеюсь, что в следующем выпуске мы обязательно закончим эту великолепную постройку. А вы, мои дорогие подписчики, пожалуйста, советуйте мне, обязательно советуйте в комментариях, как мне все это проходить, как лучше стрелять, какую стратегию использовать. Все комментарии я читаю. А также советуйте мне побольше новых игр. Я вас всех очень люблю. С вами была Болтушка-Веселушка на канале Супер Развлекательный. Не забудьте подписаться.